Генпрокуратура передала в Голосеевский райсуд столицы обвинительный акт в отношении застройщика Анатолия Войцеховского. Об этом сообщил первый зам генпрокурора Дмитрий Сторожок. Напомню, Войцеховского обвиняют в неуплате 12,5 миллионов гривен налогов, создании организованной преступной группы и завладении 2,5 миллионами гривен при строительстве жилого комплекса в Киеве. По словам Сторожука, ГПУ ожидает, что суд приговорит застройщика, цитирую, к реальному тюремному заключению.